Работники спецремстрой Зелимхоза подготавливают композицию для фестиваля. Тема конкурса в этом году – городские цветы. На небольшом участке площадью 16 квадратных метров ландшафтники установили стену дома, дверь и лавочку. Окружать инсталляцию будут ирис, бархотки и петуни – растения, уже привыкшие к самарским почвам. Они же у нас в теплице, они подкормленные, они все закаленные цветы, они, так что они адаптируются, быстренько пойдут. Везде бывает тяжело, но мы уже как-то привыкли, это наша работа. В конкурсе ландшафтов будут участвовать 7 организаций. Каждая подготавливает уникальную композицию на заявленную тему. Всего же в парке высадили более 120 тысяч саженцев. В этом году мы взяли на пробу, значит, вертикальные конструкции ипомеи батата разных цветов. Значит, зеленого цвета, бордового цвета. Используем больше сейчас тоже катаранту стали использовать. И новые сорта петунии, которые по расцветке уже немного отличаются от тех, которые были раньше. В царстве цветов горожане окажутся в эту субботу, 17 июня. 13-й фестиваль пройдет в парке Дружбы с 10 утра до 16 вечера. Гостей ожидает костюмированное шествие, выставка продажи растений и проведение конкурса ландшафтного дизайна. В этом году яркий праздник приурочен к Международному дню цветка и проходит не в августе, как было ранее, а в июне, чтобы цветы радовали своей красотой на протяжении всего лета. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.